Всем привет! Сегодня три посылочки. Быстро. Распаковщик сегодня будет вот такой вот ножик Танта от японский нож от китайского производителя Пегаси. Кому интересно, пишите комментарии, сниму обзор. Очень хороший нож. Значит, первая посылочка. Ага, все понятно. Это дремель. Ну, мини-дремель. Не знаю, как еще сказать. Сейчас откроем быстро. Короче, вот так мы его сейчас откроем. Вот так вот. Раз и все. Смотрим. Вот так вот пришло. Насадочки. Зарядочка. И сам аппарат. Вот так выглядит. О, сильнее. Несколько режимов. О, Ширик заиграл. Да, упало. Все, выключили. Такая вот машинка с подзарядочкой. Ну, вроде неплохо. Какие-то бумажки, как всегда, китайцы. Это стоило около 13 евро для обработки, знаете, мелких всяких деревянных там штучек, наверное. Но вот так, чтобы насадки были просто в коробке, я не знаю, должно ли так быть. Ну, в принципе, за 13 евро открыл, все работает неплохо. Ссылка будет. Идем дальше. Такая вот посылочка, не знаю, что там. Открываем. Ага, уже вижу. Это ножик. Ножик Ганзо. Смотрите, коробочка культурная. Вроде даже и не помята особо. Ну так. Ножик. Смотрим. Открываем. Такая вот коробка была. В сторонку. Вот так выглядит, когда открыл. Все культурно. Смотрим. Так. От сырости барахло. Коробочка. Даже вот такой вот мешочек дали, фирменный. Ганзо. Ганзо Тулс. Пакетики. И вот такой вот ножик. Ух ты! С каким кликом хорошим, а? Ничего не люфтит. Вот так выглядит с клипсой. Аккуратный, маленький. Вспомогательный ножик. Крыса. Ссылка будет.
Очень добротно, очень культурный, в руке лежит. Приятно, ничего не люфтит. Вот так, если что-то разболтается, можно подкрутить. Очень неплохой. Ждал я его где-то месяц. Ну, так вот он и пришел. Так, как складывается, складывается вот на эту кнопочку. Около, со скидкой сейчас, около 13 евро. По-моему, бесплатная доставка даже. Ссылка будет, посмотрите. Очень неплохо, карманный такой ножичек. Дальше. Это есть. Дальше. Такая же упаковка. Думаю, что точно такой же нож. Смотрим. Такая вот коробочка. Тоже особо не помята, все нормально. Откроем. Смотрим. Также все аккуратно упаковано. И это такая же модель ножика. В голубом цвете. Ну-ка, клик. Ух ты, супер. Ничего не люфтит. Все, клипса, болтики, все четко. Точно такой же ножик. Вот так вот. Ну-ка этот откроем еще раз. Опа. Вот два ножика. Так вообще стоит около 20 евро. По акции сейчас по 13. Много цветов. Я когда заказывал, были только два вот таких уже доступны. А там сейчас новая акция, тоже 13 евро, я видел. Может, у другого поставщика, не знаю. В общем, вот такие ножички. В общем, этот я себе возьму, а этот будет в подарок. Очень классный такой, сальцо нарезать. Хоп-хоп. Очень острый. Закрываем. Это тоже. Так, это в сторонку. Ну что же, очень все мне понравилось. И дремель этот китайский неплохой. Мелкие какие-то детали. Раз-раз отшлифовать. Вот три скорости. Вот вторая. Третья вообще зверь. Ну, заряжается от любой зарядки, наверное. Шнурик. И насадочка. Все, всем спасибо. Вот такая вот сегодня распаковка.